Сегодня в Лабытнангах состоялся субботник в рамках проекта партии «Единая Россия. Экология России». Этот проект осуществляется в 57 регионах России, в том числе и на Ямале. Он направлен на создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека. Улучшить экологические условия жизни лабытнанцев и очистить город от мусора. С этой целью на субботник вышел партийный актив единороссов, члены политсовета и депутаты городской думы. Елена Волкова продолжит тему. 2017 год, объявленный президентом России Владимиром Путиным годом экологии, дал старт многим зеленым акциям и экологическим мероприятиям. Партия «Единая Россия» разработала целый проект по улучшению экологической ситуации в стране. Его название говорит само за себя – «Экология России». А сторонники партии говорят о его актуальности и необходимости. Я считаю, что он крайне необходим. Я считаю, это не как член партии, а как простой житель города, житель России, житель планеты Земля. И я очень рада, что сегодня откликнулись не только партийцы, но и сторонники многочисленные партии. Впрочем, проблемы загрязнения окружающей среды актуальны не только в год экологии. Человек и его деятельность – причина многих экологических катастроф. А потому политический актив партии и члены политсовета «Единой России» сегодня дружной командой вышли на уборку города. На этот раз местом глобальной очистки от мусора стала территория Старого рынка. Два с лишним десятка человек, в числе которых и сотрудники администрации города, усердно боролись с мусором. Ведь работники администрации тоже жители города, которые, может быть, тоньше и больнее чувствуют вот какую-то неустроенность города, и поэтому кто, как и не они, должны быть застрельщиками. Партия, безусловно, все проекты, в том числе городская среда, это и партийный проект одновременно, и большое, скажем так, большая уборка и проект исполнительной власти. Поэтому здесь вклад каждого, даже минимальный, очень значим. Вы знаете, на сегодняшний день город стал гораздо чище. Это вот заметно вообще, проезжая практически по всем местам города. Я так думаю, мы на этом не остановимся, пока не уберем город полностью. Так что всех приглашаю присоединяться. Несмотря на то, что территория Старого рынка и находится в центре города, мусора здесь достаточно. И если железки, оставшиеся от демонтажа конструкции торговых павильонов, объяснить можно, то вот мусорным пакетом с пустыми бутылками здесь явно помогли появиться люди. И пока женщины подметали битые стекла и окурки, мужчины взяли на себя работу потяжелее. Также в планах единороссов принять участие в экологическом десанте на реке Ханмей. А такие вот субботники, или как в шутку, сами партийцы назвали эту уборку «чистый четверг», хотят проводить еженедельно. Стараемся для нашего любимого города. Елена Волкова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».